Нифига, NPC, нафиг мне NPC. Всем привет. Сегодня я буду в это играть в Roblox Uno. Надо выдать. О. Эль Проду. Фродо, Эль Фродо 1. Эль Фродо 1. Чё, 1 на 1? Давай. О. Ик. Карты довольно неплохие. Так. Оу. Блин, жопа. Ладно, заюзаю. Красно. Блин. Кинь цифру 5, пожалуйста. А, так решил. Цифра 2. Блин. Чёрт. Кинь что-нибудь красное, пожалуйста. Понимаю. А, ну, ладно. Все жопа. Фух. Фартануло так фартануло. Пожалуйста, красная кинь. Да! Не желтая. 4-4 у нас. А я сейчас. Я думаю, почему-то что он сейчас. Так, набираем карты, я так понял. Играть. Хорошо. Эх, плохо, ужасно. Все офигел. Пипец. У него тоже много карт. У него 6, у меня раз, два. Ну тоже 6, так ладно. Жопа вообще. А, блин. Ах ты мразь. Скотина. Возьми карту. Отлично! Ужас. А, нормально так. Хоба. Хоба. Ще офигенно. Повезло мне, повезло. Это, я понимаю, рандом вообще по идее. Нет, тут, конечно, есть рандомы.
Ну, я в любом случае рад. Ну, это вообще такая игра, она вроде рандомная, но как бы вроде есть и тактики. Да. Ладно, давай я снулся, да? Отлично, просто сходу, первая победа. Тут вообще есть какая-нибудь таблица лидеров? Хороший вопрос. Вот, да, таблица лидеров. Нифига себе. Не, так я же понимаю, что там можно просто, не знаю, допустим, с друзьями играть и просто зафармить фиговинцев. Но, блин. Во-первых, фиг знает за это. За фигачили они себе, ну, винцев, типа, допустим, позвали там, не знаю, другу, и вот так вот. Типа, друг постоянно пытался, так, дофига винцев зафигачили. Или это... Кстати, даже не знаю, как должно поддаваться, типа, как это вообще должно работать, вот. Вот. О, нифига. Или это просто... Ницкие крутые, так, это что? Так слушай, подожди. В таблицу лидеров вообще не сложно попасть. 16 свинцев. Алло, я сам могу туда на ней попасть. Офигеть. Может, кто-то помнит одно мое видео, типа там было какой-то, ну, симулятор, знаете, ну, типа. О, какая-то. Симулятор был, типа, сальто назад или сальто вперед, какой-то такой был симулятор, типа, это делать. Вот, я там в таблице лидеров попал, там вообще эта игра мало популярна была, поэтому это было на изи, вот. И как бы, ну, то... Тут то же самое, на изи вообще. Так. Да, это вообще не сложно. И будет попасть. Так, 8. Молодец. Я, конечно, могу это союзать, но я не хочу так. Ага, вот это лучше. Так, у нее три карты, у меня три карты. Офигел вообще. Офигевше. Да блин, ну... Что это такое? 10 единиц у меня не было. Повезло. Офигеть. Везучий 700. Нифига себе повезло. Подожди, она сейчас что-то будет делать? Круто. Да, чё? У нее еще одна такая есть карта, только она мне вроде 4 карт не даст. Нормально. Воспроизвести. Так вот. Блин, страшно, очень страшно. Блин, блин, блин. А, ладно. Так. Так. Ага. Ага. Нормально вообще?
Вообще жесть! Блин. О, присоединиться, нифига там игроков. 4. Вообще дичь. Понимаю. О. 15 выигрышев, нифига себе. Ну еще один выигрыш. Ну, да, не знаю. И вообще он будет четко. Так. Он там сейчас. Ну, взял карту. Ладно. Так. Ну давай. Вот так вот. Да, нормально. Еще вот так вот потом. Эх, ну ё-моё, ладно. Да блин, у меня вообще нет никаких карт нормальных. Цифры себе. Дайте мне что-нибудь нормальное, чтобы я смог походить. Давай. Есть тут цифра 6, да, вот. Блин. А, круто! Ничего это не изменило. Вообще зеленых нету. О, наконец-то, хотя бы что-то. О. Желтый выбери. Да, спасибо. Так, у нас по 4 карты. Ага. Так. Что мне выбрать? Что мне выбрать? Давай это. Опять зеленый, кстати, и у него сейчас не будет, да? Ну, у меня тоже не будет. У него есть! Повезло. Повезло, повезло, ничего не скажу так. А? Блин! Черт, нет! Выпади мне что-нибудь нормальное! Ну же! Что-нибудь. А, ок. Набираем карты. Цифра 8. О. Блин, я мог бы еще это завязать, но не завязал. Вообще офигел! Вообще офигел! Вообще! Просто вообще офигевший. Цифра 9. На. Наглость 1000 вообще.
Да блин, я хотел цифру 4! Почему цифра 7? Ну ладно. Ах, блин, ладно. И так. Потом так. Прикольно. Прикинь, прикольно. Оу. Цифра 6. ну жопа. Нормально, так, 3. Сразу видно, офигел. Что-нибудь зайдет? Все, значит, начинаем. О, да! Цифра 8. Ага. Нифига. Отлично. На. Да, что-нибудь синенькое. Ах ты, ладно. Офигел, офигел. Ха-ха! Пока юзать не буду. Давай юзаю. На что? Давай на синие. Синие. Фига. Ну же. Да! Да! Отлично! Получилось! Я уже как минимум сегодня 2 раза выиграл. Кстати, я никогда не понял, что вот это за поинт. Ладно. Ура! Довольный. О, еще? Реванш? Ну давай.
Мне с картами изначально так повезло. Отлично. Так, цифра 7. Нету. Есть 3. Сойдет, думаю. О, да, отлично. Скажи, что у тебя нет этой карты, и ты просто сейчас умрешь еще. И у тебя все равно не будет. Спасибо, спасибо. Ну, что, АФК решил потусить? Я не против. Пусть АФК флексит. Что у него что-то залагал, не знаю, интернет или еще что-нибудь. Утек, утек, ничего не скажу. Нереально, интересно, что у него там происходит. Почему он, как бы, вообще... Что я решил потянуть время? Да, фактически, если так продолжится, я выиграл. Типа, смотри, сейчас ставлю 0, потом вот это, здесь на желтый, и вот так это ставлю, все. Да. Ну ладно. Кстати, вот, знаете, вот по поводу фарма, допустим, с друзьями, вот как-нибудь, не знаю, типа, чтобы они поддавались, типа, фармить винсы, чтобы такого не происходило, надо помнить то, чтобы, допустим, 3 выигрыша, и тут, допустим, справа 5 проигрышей. То есть, сколько ты раз проиграл, сколько раз выиграл. Думаю, тут что-то такое. Или он, может, решил, в общем, фига карт просто собрать. Так, желтый. Ура! Я выиграл! Чел, раньше стал. Куда это фига карт, прикольно. Да, наверное, не просто лагал. Ты знаешь, что просто тот здравоумие так бы сделал. Типа зачем? Да, у него, наверное, так бомбил, он хотел взять реванш, у него нафиг лагал. Пиздец, да, вот это шутка. Ну чё? Будет, я не знаю, ещё что-нибудь. Ладно, лучше мне создать. Всё, ждем, получается. Так, зашла она, девка. Прям вообще, не знаю, 5 секунд, наверное, пришла. Ну, вышла. Ну, и зашла. Подожди, может, мне прозвонил? Ладно, давай поиграем. Так, 3 выигрыша. У меня 4 выигрыша. Я думаю, у меня тоже 3 выигрыша. Так, ладно. 7 счастливого числа. Так, это 9. Давай. О, спасибо, девка. Чё это, цифра 9? На. Да, красное что-нибудь. А. А нафиг чуть крас сделай на. Сейчас все вероятно, мне надо будет карту убрать. А, я сейчас беру карту. Нет у меня. О, нифига ты меня заспамила. Все офигело. Так, синее. Желтый тут нормально. 5-6 нету. Блин, нет! Отлично! Просто! Так, отлично. Давай, что-нибудь крутое. Ой, блин! Ага, на. Скажу, что у тебя нет красного. Блин! Пожалуйста! Не надо! Скажу, что у тебя нету! Нету у тебя! Ты что, 5? У меня тоже есть 5. Еще 5. Чё крутое? Да! Да! Как я рад! А! Спасибо! 0. Да! Спасибо! Ай, блин! Просто я так заволновался. У меня одна карта была просто. Ой, я прям, блин, я...
Не одна карта была, пец. Но мне повезло, опять же, то есть тут и говорю. Здесь уже везучесть. Я рад, я рад. Ух. Спасибо. Да, сегодня я уже 3 раза выиграл, или 4. Да, уже 4 круто. Не, ну можно сказать, что я 3 раза выиграл, потому что, ну, один у Йому, тому человеку, вероятно, на интернет залагал, но это фигня вообще. Фактически 4. Круто. Вот сейчас мне везет. Я рад. Опять же ждем, все, давайте. Так вот, зашла одна девка, но хочу, чтобы еще, короче, подождать, чтобы, может, еще кто-нибудь зашел, потому что, ну, блин, да, им надоело реально играть. Ладно, я пока не буду стоять на паузу, потому что, ну, блин. Это вообще никакая музыка не играет, не знаю, в меню или еще, вот, просто чтобы какая-то музыка играла. Просто нафиг тишина. Так неинтересно, реал. Давай, ну хотя бы еще один, ну да я реально один на один. Давай. Ладно, если эта девка не выйдет, просто реально хочу, чтобы, ну, прям... Вообще дофига челиков. Ты хотя бы 3, считай мне. Хотя бы. О, вот, вот. Вот уже в таком вот составе можно играть. Можно играть вполне себе. Круто. Офигенно. Четверо мы еще ни разу не играли, хотел я сказать. Она вышла. Ну, типа, было такое, что мы в четвером были. Потом вышла одна девка. Еще потом вышла так. А мне нечем ходить в самом начале. Не, ладно, есть. О! Прикол. На. Да блин. Ко мне нечем ходить. Мне с чем ходить, мне нечем ходить. О. Так это чё? Цифра 1. Отлично. В смысле нет? Цифра 7, походу, блин. Так, я сейчас... Так, у этих 3 карты, 3 карты, 6 карт, ладно. А, это он, окей. Так, я сейчас... Блин! А, нет, он сейчас. Как, у него 2 карты, это плохо. Ага, ну у меня больше всех карт. Фигово.
Что-нибудь против крутое, крутое-то мне выпадет. Блин, у него одна карта. У них по две. У меня вообще. Не везет, не везет. Ты катки мне. Вообще не везет. О, отлично. Ужасно. Ну, не знаю, мне не повезло. О! Матч начинается. Окей. Классный матч. Вообще топовый. Что за фигня вообще? Свой создам. Понимаю. Ладно, походу придется много ждать. Или нет? Ладно, давай один на один. Нифига, Винцев. Ладно. Мне жестко фартануло. Офигеть. Фартануло так фартануло. Кинь тоже цифру 7 по приколу. Спасибо вообще. Фига, пережмыхало. Мне просто фартануло, чел. Мне просто фартануло. Да, чел. Хоть миллиард у тебя был Винцев, мне просто жестко зафартило. Ну, вы сами все видели, думаю. Пипец, жесткий фарт. Две этих карты. Офигеть. А могло быть такое, что мне 3-4-5 карт таких? Конечно, потому что это маловероятно, но вообще это возможно, чтобы все 7 карт были вот такие. То есть еще есть такой шанс? Или, не знаю, максимум таких карт может попасться именно в начале. Нифига, стоит стравинца. Так, 3. Цифра 3, цифра 3. А, ну понимаю. Смотри, мне еще жестко не фартануло. О, на чё, ПК? Или у неё интернет звонил? Не, нет. Не отрицает тот факт, что она просто... Да. Ну что это за нубик, я не понимаю. Это типа бот подключается? Наверное. Но... Смысл. Хорошо. Ужасно. Нормально. Про 8. Чё офигел? Так это 9. Нифига.
Отлично! Ну, скорее всего, да, это был бот. Типа, если это подключается к Анубик, у них, типа, интернет, наверное, вылетает. И я не знаю, или просто вылетает, или они выходят, и вместо них нубики появляются, то есть ботяры. По факту. Дополнение 15 карт, подожди, что? Вместо 7, типа, там нафиг 15 тебе дадут вначале? Или чё? Рил, что ли? О, нифига, уж к меню 3 человека. Тяк, тяк. Матч начинается, окей. Что, ещё вначале 15 карт дадут? Если да, офигеет. Ой. Рил! Рил 15 карт, серьезно? А как это сделать? Это донатно или типа... Не обязательно, я думаю. Офигеть! Я просто в шоке. Сколько много карт. Я тут еле-еле ориентируюсь. У меня все путается. Не привык я к такому. О, ну да, вот нубик подключился, бот. Там не обязательно, конечно, подключаться, ладно. Просто жесть. Так это цифра 6. Так, ну... Да блин! Это еще не особо удобно. Ну, случайно не на ту карту кликнуть. В принципе, на изи. Блин, какую мне карту заюзать? Давай цифру 0. Чисто по приколдесу. Давай красную. Пофиг вообще. О, спасибо. А, ну да, классно, спасибо. Цифра 0. Ты мне легче вот так вот. Да блин! Путается эта фигня. Так. На! Блин. И тебе тоже немного карт. Отлично. Нифига себе. Так я опять? На. Так, я более-менее выигрываю позицию, но я не знаю, что у них за карты. Логично, логично. Так. О, блин. Блин, блин. Ладно. Хорошо, я вообще нормально так выигрываю позиции. В данный момент. Ага. Ну да. Говоришь, выигрыш на позиции. Круто поиграли, мне понравилось. О, отлично. Отлично. 3 человека, считай меня. Круто. Надеюсь, никто из них не увидит. Не хочу опять с ботом кинуть играть. Все живые прям люди. Нервы мертвы. Так, а тут сколько? 7 нам надо, да? Нет, смотри-ка, 15. Или даже больше. А 10, окей.
Так, одна хорошая карта есть. 9, 9, 9. Блин. 9, 9. Лол. Да блин, нет! А, компьютер это типа... Да, я понял. Я только сейчас, кстати, это понял. Не, ну типа, знаешь, я думал то, что где-нибудь в настройках, фиг знает где, можно типа указывать такую шнягу, типа, с чего ты играешь. То есть, чтобы, дать разрешение на то, что люди видели, с чего ты играешь. Ну, во-первых, да, я ни разу еще не видел, чтобы какой-то человек играл с телефона, это показывалось, вот. Нифига мне сколько пятерок. Прикол. Отличник. Это мне? Это ему, отлично. Так, не нравится моя позиция, то что я вообще сейчас, блин. Лови подарок Тельдорадо. Это цифра 8? Это без разницы вообще. Пофигу. Это мне? Это ему. Хорошо. Так, еще красный. Эх, блин. Нет никакой крутой карты, черт. Цифра 1. А что мне заюзать? Давай это. А, ну ладно. А, ну блин, две карты оставалось, камон. Ладно, я делал все, что мог. Я ему карты, ну, особо не мог. Я, конечно, им помните, 4 карты добавил, но как бы это все, то есть. Больше карт не мог добавить. Была только одна такая карта. Почти, реально, я мог, в принципе, выиграть. 1, 2, 3, игла. Сразу видно профессионал. Даже говорил. По нику все понятно сразу. На. Нет! Я себя затроллил! Нет, у меня все под контролем, я говорил. Давай мне зеленый, пожалуйста. А, ты что, тоже ФК нет? Да блин, я ж попросил по-человечески. И тупо она любит время тянуть. Набираем карты. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, круто! Круто! Блин, цифры 1 нету. Цифра 2 есть. Так, это цифра 0. То в цифру 4 положи, пожалуйста. Спасибо! Зеленый выбери! Ну ё-ё. Три карты обратно и обратно, чё? Ладно. Отказ от ответственности.
А, понятно. Блин, фигово. Нафиг тогда вообще это делать? Нафиг тогда вообще играть? А, опять, кстати, девка. Понятно, зачем играть. Реванш. Все фигово, реванш. Ну, блин, без винсов реально интересно. Это еще. Умно. Уно-уно. Кто же из них выиграет? Нет? Серьезно? Давай, выигрываем. Серьезно? Подожди. Всем тоже не делаем. Лол. Воу, нифига. Ха, на тебе. Хотя все равно никому не дарю пинцы, но ладно. Пофигу. Круто. О, не... А, нормально. Да блин, нет! Ура! Как тут карты менять? Что это? Что это? Ладно. Так, стартовые карты. 2.15. Дополнение. Типа, что это? Типа... Нифига, прикольно. Еще 15 карт. Блин, никто не заходит. А, ну объясняет, почему никто не заходит. И опять же, сколько тут игроков? О, матч начинается, круто. Круто. Офигенно. Я отсюда выйти не могу. Кликаю. Ему отвечаю, кликаю. Алло, я что-то выйти не могу. Нормально?
Нет, я в ловушке. Пипец. Не повезло, не повезло. Меня на всю ловушку поймали. Жестко зажмыхло. Нормально так. Ловушку взяли, поймали. Вообще офигеть. Здесь не ловушка. Ну, блин, опять что-то подобное. Нафиг вообще в это играть. Чё? Нифига себе! Ты не знаешь, что я сделал? Но я жестко за кибербуллинг. За кибербуллинг. Да без NPC. Реванш. Зелененький, круто. О, еще фартануло. И давай еще нафиг красное. Было бы вообще круто. Вообще не круто. Ужасно вообще. Фигня. Вообще фигня. Фигня, фигня. Полнейшая фигня вообще. Фартануло, так не фартануло. Только хотел зайти. Так, ладно. Сюда. Нет, сюда. Да, вот так вот. Хоба. Хоба. Нифига. Дофигища карча будет. Так, ну, две хорошие карты есть. Это неплохо, это неплохо. Так, ну, получается, фига, чем это? Потом фига, чем? Потом фига, чем? Вот это. Фига, чем? Вот эти карты пока. А, нет, хочу. На 17, блин. И просто дофигища карт. Не убирай зеленый, пожалуйста. Так, ну это за нее выбрали, ладно. А, ну у нее понятно. Понятно, все.
Закипели. Потяру. Ну чё, могу сказать по факту. Блин, так интересно играть типа с потом. Если мне было бы интересно играть за потом, я бы играл с батом. Логичненько. Хая. А, ок. Опять буду играть с батом. Это замечательно. Ну где бот, спрашиваю? А, ну вот он, как тут, как тут. На. Ну все, чел, ГГ. Ну какой чел, ты бот вообще? Вот. Рок! Вау! Блин, знаешь, что захотел все-таки поиграть с ботами? Реально. Хотя попробую, за это еще дают Винсон, скорее всего, да. Мало написи. Ладно. Чисто попробовать, знаете. Тихо играю. Было очень жестко. Да, но карты набираются. Ну ладно. Так, цифра 6. Ну, кстати, вроде нет, нигде цифры. Ага, так цифра 2, да. Пипец. Так, синие. Давай цифра 4. Отлично. Мы как они быстро вот это все делают, и вообще не успеваю что-то реагировать, пипец. Все это все это фигня что-то. Ну это самый выигрыш пока что.
Нифига. Я не синий. Реально не синий вообще тупо. 777. О, у меня тут 7. Так. О, наконец-то. Давайте. Да не. Ладно. Ура! А, да блин! В любом случае, потом интересно. Микрофон. Опять бот какой-то микрофон. Компьютерный. Так, есть. Блин, желтого нет. Ё-моё. А ну чё мне вообще сделать-то? Давай на красный. О, блин. Блин. Фигня, походу, была идея. На. В смысле, нет, так, зеленый. Желтый. 46. Блин, нету. Нет. Почему мне не повезло? Чего мне не повезло? Непонятно. Нафиг не те NPC. Создаем совпадение. О, давай. Тебя я знаю. Так, ну как минимум одна карта нормальная, тупо опасная вообще есть. Да блин. В смысле, это цифра 7? Ладно, заюзаем.
А, ладно, нормально. Блин. Да нормально вообще. Да ё-моё, прекрати. Закидала. Все реально нафиг. 4. Ладно. Хоб. Блин, зря я карту взял, но все равно еще возьму. Хм, гений. Круто. Играть. Так, вот теперь синий. Хотят зеленый класть. Говорю я, кладя зеленую. Круто. Все карты, кроме зеленых. Че, мы сейчас обратно 15 карт понабираем? Спасибо. Жесть какая-то. О, ну наконец-то. Получилось! Ебой. О, давай, реванш. У меня, короче, эта идея сейчас 17 единиц накопить и все, это чилить. Смотрите. Попасть. Так, цифра 4 на...
Ага, на и вот так вот. Так, 9. Давай так. Цифра 3. Ага. Еще цифра 3, окей. У меня две вот эти карты мощные. Все, пойди победил, и сейчас. Да, и сейчас это не проверить. Или плюс две карты. Но это произошло, это плохо. Чел, тебе не повезло просто. Не, ладно, чел, тебе повезло просто. Подожди, я бы мог завязать эту карту. Подожди, я мог завязать эту карту, потом ту карту. Я типа думал, что я могу завязать ту карту, потом вот эту карту. Блин, я совершил тотальную ошибку. Тотальнейшую. Если из-за нее проиграю, мне бомбить будет. Ну я не знал. Типа я думал. Блин, пожалуйста, я не хочу из-за той тупой ошибки проигрывать. Блин, пожалуйста. Это жесть была просто. Как я мог такую ошибку совершить? А, блин, ну уже давай на. Ай, блин. Ай. Это жесть. Ну нет. Ну, я думаю, без разницы. Спасибо, спасибо. Ух. Отлично. Если бы я из-за этого проиграл просто. Типа, я знаю то, что вот это то, что 4 карты получается, я там. Ебой. Так. Ух, да что за флип стол реально, черный дурак. Это мне всегда было интересно, что это за говно. Так. Давай. Да хоть спавить нафиг. Хотя ладно, разрешу.
Ладно. Да, желтый, да, что тоже, пожалуйста. Эх, ладно. О, ну хорошо. 9-9. Отлично. О, красный. Так. Ах ты мразь. Вообще офигел. Блин. Нет. Только попробуй. Не фартануло. Ладно. Ага, нормально. Так, две, ага, три вот таких вот. Ну ладно. Так, это 9. Крыс у меня дофига синих. А. Все равно. Серьезно? И давай. Один. Опять один. Ты. Два, четыре, семь. Синий. Да. Так понял, у него особо синего нету. Нее у него пофигу. Ай-яй-яй. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ужасно. Вон, все, наконец, нормально. Ну, карта поменьше. Нормально так стало. Так думает. Четыре. Ну, давай синий. Хотя бы красный. Восемь. На. Спасибо. О, нет. Хотя, может быть, уж лично ты еще так. Ну да блин, вообще не повезло. Вообще нельзя. Перестала вести. О. Это чили. Да у него вроде дополнения зеленых нет. О, и этот случился.
Ладно. А, ну нету его, ладно. Так, вот это неплохо. Да, неплохо. Четыре таких вот карты классных вообще есть. Для женщин. Так, короче. На тебе раз. На тебе два. На тебе три. На тебе вот это. Четыре. Ага, надо это юзать. Давай. Блин, я не увидел, что он там положил, ладно, пофиг. Блин, не красный, что ли? А мне не идет вообще. Не какая-то. О, ну наконец-то. Ура! Давай, красную. Блин. Чё за умная, не понимаю. Давай поиграем. Хранить. Положу и чё? О, это играть. Нет, она поменяла на это говно зеленый. У меня же его по-любому дофига. У меня нету вообще. Классно. Да пофигу играть. Один. Ура! На! На! Так, у меня есть хотя бы одна зеленая карта. На еще. На. Блин. На. Черт. А, это цифра 3, блин, пожалуйста, нет, ну ё-моё, ну что это такое, вообще фигня какая-то. Блин, тысячу раз это фигня, говорю, что нравится, что это? Фигня, лично. Так ладно, я хочу, чтобы как сейчас, кстати, тоже заломать. Почему бы и нет? О, вот. Да блин. Тупо не повезло.
На год дождемся, когда еще чебуреки позахуют. Да блин. Так, неплохая карта есть. Ах, офигенно. Так, 9. Ладно. На. Блин, надо ведь. А, вот нормально. Желтый. Игру. О, отлично играть. Красный. Давай, цифра 7, повезди, повезди, повезди. Нужно повезти. Нет. Взять мне какую-нибудь синюю карту, то ноль. Ну ладно. Это, ну... Что это такое? Офигеть. Повезло мне как-то. Получилось! Ебу. Так, а меня будут телепортировать, не? Куфига. Ладно. Оставить матч. А меня считали винс, да? Ой, чё? Что? Чего? Мне кажется, я сломал игру. Ладно, самое время, что только черная дыра. А, понимаю. Псит гиба, чтобы использовать... А, ладно. Флипстоу. Душку мне. Ладно. Ладно, нафиг не хочу с ним сидеть, у него фумук страшно. Так, еще хочу кое-что чекнуть. Получается, тут мы... Да блин. А, тут... 16, потом 17. А 17 сколько тут? 18 дофига еще. Да, получается, я попаду в таблицу. Так, присоединиться? Нет. Значит, создать. Да давай быстрее.
Come on, come. Ладно, я вас не буду напрягать. Просто поставлю на паузу. Так, вот я, получается, включу музыку. Чтобы было. Так, понял, никто не собирает заходить. Вот еще 10 карт плюс 4 мания вызывает укладка чего? Ладно, ничего не понял, очень интересно. Это что-то новенькое такое. Так, нифига. Ладно. Так, ну, 5. Один. Так. Луна. Луна. Повернуть карты, что? Что произошло? Какое повернуть карты? Я хотел использовать карту там зеленую, а в итоге их повернуть. Ладно. Чего? А разве ему нужно были пища прибавиться карты? Что за фигня? Возбросились обратно. А, типа вот эта карта. Она работает как воспроизвести обратно. А, нет. Ладно. А, нет. Давай на красную. Хочу это завязать просто. Давай, изучить. Спасибо. Это что? Что это? Нажму. О, прикольно. Ну, видимо, фигня какая-то режу, нифига, просто непонятно. Слово совсем. Позаюзался эти нафиг карты. Нормально. Чего? Подожди, он рад не знает, какие, он не запомнил, какие у меня карты. Ну да, это и он в итоге не запомнил. Да блин, то есть было 4 цвета, из всех цветов он выбрал именно зеленый. Так, я буду собирать телепортировать? Нет, я такой не собирается. Нормально. Вообще. Ай, фиги. Прикол, да, прикол, да. Так, не, вот это говно, я нифига здесь не понял. Чувствую 4 мани. Да нет, нафиг не вполне. Я сам создал совпадение, он делает просто нафиг. Рэк, это анархия. Вроде понятно, но вроде и не особо что-то.
Котка. Давай, котка. Так, я первый, да? Логично. Давай спрыгнем. 0-1. Да, синичел. Спасибо. Вот мы почистить, не походить. Кутка. Мне тоже дал почили, даже два раза псим почили. Да, гусь. Чем больше, тем лучше. Блин, а, нормально, давай. Спасибо. Ой, не. Чем больше, тем лучше, так я лучше, я понимаю. А, я могу это выбрать. Блин! Пожалуйста, скажи, что тебя нету. Фу, хорошо. Лох. Прикол. Ну чел, меня просто повезло. Может потом реванш сделать что-нибудь. Давай. Если что, то мы с тобой завтра спим про пойди. Все равно у меня. Давай, давай, реванш. Хорошо, мне нравится. Ну не знаю, что-то мне кажется, что мне очень много не нужно сказать. Ауч. Так, а что, 9? Но. Блин, но. Thank you.
Ладно, ну. Окно? Но. Ага, да. И вот сейчас печатка и зеленым перейти. Сюда вот и вот так вот, если получится все. Ага, никогда не получилось. Надеюсь, вот так. Вот он вот вообще тупой карта. А ну где? Блин. А, подожди. Это была цифра 6! Я мог вроде заюзать. Я мог. Но не вижу. Ну давай. Пусть еще зеленый получится. Ага. Чел, прости, тебе не повезло. А, нормально. Все, мне 16. Ну, я не знаю, попал ли я потом в этого лидера. Когда оно обновляется? Я не знаю. Ладно. Хорошо, прошу присоединиться. Нет. Ладно. Когда будет 17, я точно буду в лидерах. Вы знаете, в основном в таблицах лидеров, там в основном, ну, блин, в тайконах, в симуляторах, там в основном есть такое ощущение, допустим, последний раз обновлялась 24 числа, вот, короче, 24, допустим, ноября, 15.10, допустим, да, не знаю, до обновления таблицы лидеров осталось 5 минут, или последний раз, не знаю, обновлялось 6 минут назад, не знаю, ну, тут вроде написано. Так, что? Ну вот, он в принципе нужен. Ой, ладно. Я пока поставлю на паузу. А, нет. Пока, короче, слушайте музыку. А я стою.
хочу кое-что сказать, если я вернулся по поводу этого. Это подумал? Нифига что было. И короче, подумал, что играть все, максимум поиграть с 4 человеками, считая меня, и мы считаем. Игра еще, что по поводу NPC, не знаю, там вроде не есть, что можно выбрать сколько NPC. Вот. Да, да, не вообще. Да. Ну, допустим, NPC. Правила. Кастомизация NPC, так. Блин, не вижу нигде ничего. Просто, короче, скорее всего, максимум вот 4 будет. Вот я, еще одно все включили, еще включили, вот еще включили, все больше не будет. Скорее всего. Ну да, вообще там 4 только стула, алё. Тем, не стул, что ты еще не стул. Так, никого нет, сколько людей на серию? Нормально. Ладно, надо ждать, там типа. О, вот и позаходи, нормально. Отдумать-то. Нифига. Девки могут. Так. Тут еще будет. Красиво. Давай. Так. И только пусть попору туда изобретите, сейчас все будет уходить. Я хочу драйвер на игроков. Еще мне кажется, что они это в тиме. Вместе играют. Просто они прям идеально выстрелили. Хорош. Спасибо. Не, вот эти руки для себя тоже. Короче, что-то мне надо. Опять не думаю. Это мне? Думаю. А, нормально. Нет, я боюсь, что все-таки это мы не один, наверное. Так. Мне нравится зеленый. А, понятно, не. А, нормально. Ну, я то, что все поменяло, я не знаю, что это как-то. Давай нужно. Одна. Блин, у нее выигрышная позиция. Блин. А, ладно, нет. Мне только выигрышная позиция, у нее была пока. С этим миллионом не заключено. Ру. Бегащий на красный. Еще
попробуйте мне сказать. Дурой! А я сказал на красный. На тебе. Блин. Чем так зеленый нравится? На. Блин, нет. И девок обокрал. Так, ну, наверное, пока не обновилось. Ладно, короче, почти 2 часа видео. Не знаю, кто будет смотреть почти 2 часа ролик. Но... Вот, круто. Но, в принципе, очень хороший. Ну, почти за 2 часа, и получается, я уже на Apple 16 винцев. Где-то, конечно, с ботами, где-то, конечно, кто-то вот был один раз вроде АФК, может, и один, конечно. Вот. Вроде еще 2, наверное. Вот один раз с челиком, другой раз с девкой. Вот, но все равно обыгрался в эту игру, не подсыраю всех ходить в видео в постиках, что ну реально 17 минут, это вообще фигня. Я, ну конечно, по-моему, нет, все. Я. Все? Все. Вот, еще кое-что сказать, можно, допустим, какие-то видео, где могут, допустим, где-то, ну, допустим, просто где-то в момент, где, допустим, мог тупо проиграть, или вот это все. Ошибки делают нас сильнее. Всё. Всё.